Государственный театр кукол встречает гостей. Сегодня это не только маленькие зрители. На сцене артисты Кстовского театра кукол. Они приехали в Саранск с гастролями в рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России. Театры детям». Очень интересно, когда приезжает новый коллектив на сцену театра, который он неизведанный, и показывает, в общем-то, те пьесы, которые нужны для подрастающего поколения, для их развития, для, как говорится, для аудитории, которая будет уже посещать большие наши театры, русские, драматические или национальные. Гости из КТОВа привезли саранскому зрителю интерактивный обучающий спектакль «Кораблик» или «Куда приводят мечты». Эта история – воспоминания моряка, который вернулся домой на побывку. Он вспоминает о своем детстве, о бабушке и дедушке и о том, как мечтал о приключениях и далеких странах. Это, в общем-то, для взрослого школьника, для семейного, наверное, просмотра, потому что, я так посмотрю, вот в зале дети находятся, школьники, но я думаю, что если бы взрослые были, потому что тема располагает, чтобы как бы в дуэте взрослого человека и маленького зрителя это смотреть, а потом обсуждать это все увиденное на сцене. Большие гастроли для маленьких – не единственное направление, в котором ведется работа. Среди задач проекта – укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для обновления их репертуара. Государственному театру кукол республики на эти цели выделено более 800 тысяч рублей. Средства театр планирует направить на обновление светового оборудования. Теперь у наших маленьких зрителей есть возможность увидеть новые постановки. Сейчас мы приехали в Кстовский театр. В ближайшее время мы ждем Мариинский государственный театр кукол. Поэтому я думаю, что нашим детям сегодня обязательно понравится. Кстовский театр – не последний, кто порадует юных зрителей Саранска. С 27 по 29 октября к нам приедет театр кукол Республики Мариэл. Гости из Юшкар-Алы привезут в столицу Мордовии золотой ключик. А артисты нашего театра сейчас на гастролях в Удмуртии со спектаклем «Проделки козы и дерезы». Екатерина Журавлева, Владимир Ильин. Наши новости.